Итак, на улице у нас мороз до минус 30. И вот вам, пожалуйста, вот эта вот часть армопояса не утеплена снаружи. А вот эта вот утеплена. И никаких тут никакого иния нет. А здесь, соответственно, не утеплена и промерзает из торца. И сам весь армопояс промерзает. Вот, выходим в коридор. Смотрим. Такая же самая картина. Армопояс промерзший. Пожалуйста. Пеноблок 350 мм. 500-ка. Все нормально, не промерзает. Ну, плюс он еще и, конечно же, у меня утеплен там с той стороны 5 сантиметров. Вылазит ватой. А армопояс с этой стороны я еще не утеплял. Вот, пожалуйста. Следующая комната, примыкающая к улице, армопояс. Вот, весь в инее. Так как я здесь включаю камин, растапливаю, соответственно, вот и пожалуйста. Так что, друзья мои, армопояс – это слабое место. У меня в данном случае толщина армопояса 25 сантиметров. Вот так вот. Здесь тоже вот угол, так как не утеплен угол этого армопояса, он тоже, вот видите, промерз. Вот он, армопояс снаружи улицы. Вот у меня стена, видите, утеплена пятеркой. Дополнительный еще пеноблок. И вот угол. Кстати, эта сторона у меня утеплена. И тут вот еще есть... Еще и воздушный карман. Тем не менее, сюда вот вы видели, там в угол проходит мороз. А дальше нет. Вот. А с этой стороны дом. У меня уже весь армопояс утеплен. Камин топится. Вот. А это я еще буду утеплять. Я здесь еще не закончил. Тут будет веранда. Когда я здесь положу лаги. И уже по месту буду здесь утеплять еще. Вот так вот. Вот, пожалуйста, дорогие друзья, слабое место, армопояс. Смотрите. Это утечка тепла. Еще планирую с этой стороны 5 сантиметров тоже такого же базальтового утеплителя. Вот как здесь. Вот такой вот ваты базальтовой. Утеплю. И еще раз такое дело, раз я сейчас заметил зимой, а эта зима холодная до минус 30, еще и планирую изнутри весь армопояс до потолка покрыть вот такой же базальтовой ватой, прям приклеить на пену изнутри. Дополнительно лишним не будет. Вот так вот, друзья, имейте в виду, следите сами, если вы сами строите, либо за своими строителями, чтобы этот момент не пропустил строитель. Учитывая, что сейчас очень много на этом, очень много в этом бизнесе, халтуры очень много. И цена за работу не является основанием, что будет качественно. Поэтому за всеми этапами следите сами, либо приглашайте специалистов. Не жалейте на это денег, потому что в результате вам потом все это выйдет еще дороже. Сам, конечно, если бы не вот эти морозы, я бы это не увидел, как это происходит. Ну, в планах у меня, естественно, было утеплять. Ну, а сейчас вот я визуально сам увидел, что происходит неутепленным армопоясом. Напоминаю, еще 25 сантиметров чистого бетона, чистейшего бетона, промерзает только так, легкую
во всех комнатах. Армопояс сухой, который утеплен. Все сухо, чисто, в углах великолепно. Над окнами. Над окнами у меня утепление идет пеной. Ну не пеной, а пенофлексом. Все чисто, сухо. На улице плюсовая температура. Армопояс оттаял и увлажнился, естественно. И вот смотрите, влажность стекает с него и передается влага газобетону. Он тоже отцепил. То есть все просохнет, естественно. Вот. Это не ошибка у меня, я просто не доделал. Вот. Ну, соответственно, вот вижу повод для того, чтобы быстро доделать.